Всем привет! В современном мире практически не осталось таких задач, с которыми бы женщины были не в состоянии справиться. Некоторые представительницы прекрасного пола вообще кажутся всемогущими. Благодаря своей целеустремленности, многие из них попали в Книгу рекордов Гиннесса. Этих женщин вы увидите прямо сейчас. Но сперва не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Поехали! В ноябре 2020 года девочка-подросток из Индии установила новый мировой рекорд. Она сумела положить 6 яиц в специальные чашки, поднимая их своими ступнями, меньше чем за 16 секунд. Гуру Варшин с раннего детства занимается йогой и давно мечтала попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Другая индианка Гарима Пансари сумела за 30 секунд сделать 31 кувырок. А если быть точнее, то выполняла она не простые кувырки, а выходы из мостика через стойку на руках, что гораздо сложнее. Уверен, что побить ее рекорд еще долго никому не удастся. Есть множество рекордов, установленных женщинами, вращающими хула-хупы. Кажется, эти обручи уже крутили на всех возможных частях тела. Но вот крутить хула-хуп ягодицами мало кто додумался. Но Андреа из Великобритании не только решилась покрутить его своей попкой, но и сумела выполнить 400 вращений за 3 минуты. Эвникас Адвакасова из Казахстана стала популярной в соцсетях еще в 5-летнем возрасте. Тогда девочка удивила весь мир своим поставленным боксерским ударом. Вместе со своей семьей талантливую спортсменку с распростертыми руками приняли американские власти. И теперь она мечтает открыть собственную школу бокса в Нью-Йорке, а пока устанавливает новые мировые рекорды. За одну минуту она сумела выполнить 654 удара по макивари. Мужчины любят говорить, что женщины ничего не понимают в спорте, особенно в футболе. Но Лаура из Венесуэлы вытворяет с мячом такое, о чем некоторые профессиональные футболисты могут только мечтать. За одну минуту бега на беговой дорожке она отбила мяч 170 раз. Маленькая девочка боксирует лучше взрослых мужчин, а шикарная девушка идеально владеет мячом. Думаю, пора признать, что не осталось такого спорта, в котором женщины уступают мужчинам. Я уже говорил, что в книге Гиннесса есть множество рекордов с хула-хупом, не меньше рекордов с кубиками Рубика. Но Венди Диас из Калифорнии решила объединить этих два своих навыка и установила новый рекорд. Она сумела собрать 100 кубиков Рубика, пока крутила хула-хуп. Нилан Шипатель – обладательница самых длинных волос среди подростков. Она отращивала их 6-летнего возраста, и теперь их длина 170 сантиметров. Это, пожалуй, самый женственный из всех рекордов в нашем списке. А вот рекорд Лии Шаткивер вряд ли кто-то назовет женственным. Пока девушки со всего мира мучают себя диетами, она объедается на скорость. Лия – многократная рекордсменка книги Гиннесса. Она съела 10 пончиков за 3 минуты, 8 помидоров за 1 минуту и много чего еще. Нужно признать, что при этом Лии удается сохранять прекрасную фигуру. Шемика Кэмпбелл прошла дистанцию в 3 метра 10 сантиметров под планками, установленными на высоте в 30 сантиметров. Американка Лифия Инглс не просто бросает мужчин, а делает это профессионально и быстрее всех в мире. На то, чтобы бросить 10 взрослых мужчин, она потратила меньше 40 секунд. Большинство женщин за это время даже губы накрасить не успеют.
Может, у Ниланши Пателли самые длинные волосы, но вот самые крепкие у индианки Ашарани. Девушка доказала это на шоу рекорда в Милане, когда сумела протянуть двухэтажный автобус с пассажирами, которые привязали к ее волосам. Вес автобуса был больше 12 тонн. А это Хлоя Брюс из Великобритании. Она успела 51 раз вращать жезл вокруг своего тела за одну минуту. Американка Британи Уолш точно стреляет из лука, и делает она это ногами. На этих кадрах вы видите, как она попала в цель с расстояния 12 метров 31 сантиметра и тем самым установила новый мировой рекорд. Джалиса Уолкер из США выполняла тот же трюк, что и Гарима Пансари, но не на время. Ей удалось выполнить 53 выхода из мостика через стойку на руках и попасть в книгу Гиннесса. Думаю, Линдси Линдберг не нужны никакие кухонные комбайны. За одну минуту она сумела раздавить 10 яблок. Я вообще не знал, что такое возможно. Чего только не приходит в голову женщинам. Раньше часто можно было услышать фразу, что место женщины на кухне. Но, как видите, и на кухне можно проводить время по-разному. Если жена вместо того, чтобы варить суп, давит яблоки руками, то очень скоро ее бицепс будет больше, чем у мужа. Лиза Питман вместе с мужем давно занимается тхэквондо и решила доказать всему миру, что она лучшая из лучших в этом виде спорта. Женщина сумела разбить рукой 230 сосновых дощечек, установленных друг на друга по 3, и стала рекордсменкой среди женщин. Каждая женщина в семье Гетти Кахайова установила какой-нибудь рекорд с хулахупом. И девушка не подвела своих родственниц. Она вращала самый большой хулахуп в мире диаметром 5 метров 18 сантиметров. Свой первый хулахуп девушка получила в подарок от сестры в возрасте 9 лет, а затем они вместе выполняли различные трюки с обручами в цирке. Двадцатитрёхлетняя Сильвана Шамон из Канады сбила ногой 59 американских футбольных мячей за одну минуту, тем самым установив новый мировой рекорд. На шоу рекордов в Китае немка Кэтлин Краус умела согнуть 7 сковородок за одну минуту. Такое впечатление, что согнуть сковороду ей проще, чем поджарить яичницу. Женщины всегда стремились, чтобы их руки выглядели ухоженными, но в последнее время маникюру стали придавать особенно большое значение. Больше всего от этого выиграли мастера маникюра, но от Анны Вильямс из Хьюстона они не получили ни копеечки. Женщина не стригла ногти с 92 года, пока они не выросли до рекордных 97 сантиметров. В конце концов, она их все-таки состригла и планирует продать не меньше, чем за 47 тысяч долларов. Но потенциальный покупатель пока готов дать лишь по 70 долларов за каждый. Мастер спорта по спортивному зимнему плаванию из Москвы Осман Делебаш провела целый час в проруби с температурой воды плюс 2 градуса по Цельсию. Певица Хелен Лихи сумела взять самую низкую ноту среди женщин. Ноту ре с большой октавы на частоте 72,5 Гц. Анастасия из Великобритании сумела протянуть автомобиль весом в 2,5 тонны, которые привязали к ее волосам. В эфире шоу рекорда ведущие измеряли ноги Светланы из России. Их длина составила 1,30 м, что очень впечатляет. Нэнси Сиевкалор – еще одна девушка, которая прекрасно стреляет из лука ногами.
В настоящее время она очень много работает для того, чтобы побить рекорд Британи Уолш. Дуня Кун – уличная артистка, которая удивляет публику, демонстрируя различные трюки с хула-хупами. Однажды ей удалось вращать одновременно 59 обручей. Так она попала в книгу Гиннесса. Натали Дюран вскарабкалась на 5-метровый канат меньше чем за 8 секунд и попала в книгу Гиннесса. Двенадцатилетняя Тин Хиафен из Китая на данный момент является кандидаткой на запись в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самой большой в мире груди. Общий вес ее груди 22 килограмма. Дизайнер Ханна Роуз Делтон создает довольно экстравагантную одежду и обувь. Многих ее творчество приводит в ужас, но равнодушными точно никто не остается. Новая линия обуви выполнена из материала, который внешне напоминает человеческую кожу. Каждая пара отличается оттенком материала и количеством демонических когтей. На этом все, дорогие друзья. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал. И, конечно же, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить.